Приветствую! Сегодня у нас четвертая лекция вебинаров Summer Science Week Online. И сегодня у нас в гостях Иван Ямщиков, который будет рассказывать в рубрике Machine Learning. Дальше после него будет лекция по Neuroscience и Biotechnology. И перед началом лекции хочу рассказать про летнюю школу, которую планирует делать НТС АКПИ. Это будет платформа, на которой студенты старших курсов смогут 2 недели летом проучиться у многих известных преподавателей из заграничных вузов. Для того, чтобы организовать это мероприятие, мы подали проект на громадский бюджет участи. И сейчас собираем голоса для того, чтобы пройти на этап реализации этого проекта. Поэтому всех, кого заинтересует этот проект, мы дальше после серии вебинаров будем активно на каналах НТСА публиковать информацию про этот проект, и вы сможете проголосовать. Также в описании под этим стримом есть ссылочка на голосование. Можно зайти, авторизоваться через любую возможную систему, которая у вас есть. Это либо приват, либо ID-карта, и вы можете проголосовать за этот проект. Прекрасно. Итак, давайте начнем. Давайте я представлю. Иван Ямщиков является постдок в Институте Макса Планка, также доктором философии по прикладной математике Бранденбургского технического университета, работал 6 лет аналитиком данных в компании Яндекс и сейчас работает в компании Эбби. Также Иван ведет научно-популярный подкаст «Проветримся». Ссылочка на него также будет в описании под этим видео. Сегодняшний доклад называется «Перенос стиля в текстах на естественный язык». И я сейчас переключаюсь и передаю слово Ивану. Спасибо большое. Я надеюсь, что сейчас все видят мою презентацию. Да, давайте начинать. В общем, спасибо большое за возможность здесь выступить. Спасибо большое, что пригласили. Я постараюсь рассказать вам про задачу переноса стиля в задачах естественного языка. Собственно, подробнее узнать про то, чем я занимаюсь, можно, если вы просто по ссылке перейдете или сфотографируете QR-код, перейдете по ссылочке, там мой профиль в Google Scholar. Я последние 3 года как постдок в Институте Макса Планка занимаюсь вопросами генерации языка в первую очередь. И мы приходили в эту задачу, когда, собственно, стали заниматься генерацией стилизованных текстов, ну и ей продолжаем заниматься. Сегодня в своем докладе я постараюсь вам рассказать, что такое задача переноса стиля в текстах, какие там есть особенности, какие есть проблемы, ну и расскажу по дороге несколько наших результатов, которые мы за последние несколько лет вместе с моими коллегами, соавторами из Германии и из России получили в этой области. Давайте начинать. Значит, вообще проблема того, что такое стиль, что такое семантика, то есть что такое смысл, она довольно фундаментальная, и для текстов она стоит значительно острее, чем для изображений. Мы сегодня в течение всего доклада будем регулярно с этим сталкиваться. Дело в том, что в изображениях алгоритмы переноса стиля наделали довольно много шума. Я думаю, все из вас пользовались или, по крайней мере, слышали о приложении Призма, основной принцип действия которого сводился к тому, что мы берем картинку, допустим, фотографию, сделанную на ваш телефон, а после этого выбираем стиль какого-нибудь известного художника. И вот у нас уже что-то вроде лилии Матисса, только это лилии в вашем пруду. Да? И вот в картинках история про стилистику и семантику решается естественным в некотором смысле образом. Потому что семантика – это контуры, то есть это то, что нарисовано. А стилистика – это цвета, не знаю, там, дискретизация, резкость. То есть то, как нарисовано. И, собственно, изначально, когда статья исследователей из Германии вышла с стилизацией изображений,
Она наделала много шуму, и стилизация изображений занимается много и регулярно. Естественно, в тот же примерно момент идея, что нужно бы заниматься стилизацией текстов, она тоже появилась. Но была она, наверное, и до этого, просто с появлением алгоритма вот Гейтса и соавторов стало значительно популярнее. Ну и давайте будем есть слона по частям и начнем с того, что такое стилистика. Вообще, если походить по людям, которые занимаются лингвистикой, и поспрашивать их, а что такое стиль, то они много вам всего порасскажут, и про это есть много интересных статей. Стиль выделяют разный. Есть какие-то аспекты текстовой стилистики, про которые все более-менее понятно. Ну, к примеру, если у вас есть тексты на каком-то фиксированном языке, то у них есть датировка. Датировка у них более-менее объективна. Зачастую мы знаем, в каком году Александр Сергеевич Пушкин написал то или иное стихотворение, и можем быть уверены, что, не знаю, Владимир Маяковский свои стихотворения написал значительно позже, тоже с совершенно четкой датировкой вплоть до дня. И, соответственно, мы можем взять массив текстов и сказать, что у нас есть такая стилистика, как стиль времени, style of the time. И, допустим, переносом стиля может быть алгоритм, который берет текст, написанный на древнеславянском языке или на устаревших каких-то формах современного русского языка и переносит их на современный русский язык. Ну или мы берем, допустим, Шекспира и переписываем его современным английским языком. Тут все более-менее объективно. Но есть куда более тонкие вещи, такие как авторский стиль, когда у нас, допустим, есть два автора примерно одного времени, и мы понимаем, что, наверное, Хемингуэй пишет по-английски ну совсем не так, как, не знаю, ну, условно говоря, Хемингуэй пишет по-английски, наверное, совсем не так, как пишет по-английски Оскар Уайлд. Хотя они не совсем в одно время, да, Оскар Уайлд был пораньше. Ну, не знаю, там, Конан Дойл, да, пишет на английском совсем не так, как Оскар Уайлд. То есть два автора одного времени, и при этом пишут они по-разному. И в целом такие вот вещи охарактеризовать значительно сложнее. Главное, что у нас нет объективной целевой переменной стиля, но у нас есть объективная переменная автора. Мы в какой-то момент, когда поставили себе задачу генерировать тексты, стилизованные под того или иного автора, начали с того, что стали общаться с лингвистами, обсуждать, какие есть стилистические приметы, которые можно использовать для того, чтобы, грубо говоря, заняться чем-то вроде фичер-инжиниринга, довольно быстро это дело бросили и решили предложить следующий контекст. Вот представьте, что у нас есть корпус. Корпус у нас будет состоять из конечного количества текстов. Да? При этом у каждого текста есть свойства. То есть помимо собственного текста у него есть какое-то количество непрерывных и категорийных переменных, с ним связанных. Ну, примером непрерывной переменной может быть год, когда этот текст написан, а примером категорийной может быть название автора или принадлежность автора к тому или иному литературному течению. Да? Дальше каждый текст у нас представляет собой некоторую конечную комбинацию слов, причем слова набраны из дискретного конечного набора. У нас этот набор мы будем называть словарем. Словарь тоже конечная дискретная штука с фиксированным размером. Да, мы, если вы когда-то работали с NLP, вы понимаете, что все это очень условно и сложно. Ну, главная сложность, на самом деле, в том, что с увеличением количества текстов в нашем корпусе у нас хитрым образом себя ведет словарь, у нас появляется довольно много слов, которые в нем встречаются редко, и там есть свои сложности и детали, но давайте мы сейчас зафиксируем просто словарь, зафиксируем корпус, зафиксируем тексты, и дальше будем решать, будем строить следующий такой двухступенчатый процесс. Давайте будем делать некоторую процедуру, которая будет учить представление наших документов, то есть мы возьмем наш корпус, возьмем на нем набор дискретных переменных и набор переменных непрерывных, то есть RM — это какое-то пространство наших непрерывных переменных, а F — это некоторый симплекс
наших категорийных переменных. И будем искать какое-то такое отображение, которое бы любому элементу из нашего корпуса могло бы поставить какой-то вектор. И дальше поверх этого давайте строить генеративную модель, которая, значит, будет брать вектор из нашего вот этого пространства представлений и разворачивать в какой-то текст. Это не единственная схема, по которой можно действовать, но мы вот действовали такой схемой, потому что мы, ну, в целом, на самом деле, вот этот промежуточный шаг, нужен ли он и хотим ли мы, чтобы он у нас формально случился, это открытая тема для обсуждения, и есть довольно много людей, которые считают, что никакого смысла в представлениях, которые были бы промежуточными, при задаче генерации стилистически близких текстов вообще не нужно, и можно сразу искать отображение из нашего корпуса в последовательность текстов. Ну и вот, собственно, мы по этому поводу написали такую статью. Идея, статья называется «Guess Who? Multilingual Approach for the Automated Generation of Auto-Stylized Poetry». Вышла она у нас на конференции SLT, IEEE. Вообще, на самом деле, там есть несколько результатов. Если вы на мою страничку в Scholar сходите, то у нас есть результат Сигмарфона, который отдельно про фонетику был, отдельный результат просто про генерацию стилизованных текстов. Ну, в общем, я коротко расскажу, что мы делали. Значит, мы, во-первых, показали, что если до этого большинство людей занимались генерацией стилистических текстов довольно в лоб, они просто брали тексты одного типа, ну, к примеру, брали только тексты Шекспира, учили какую-нибудь генеративную модельку, ну, брали просто language, давайте уточню. Очень часто генеративная модель – это просто языковая модель, то есть language model, который мы на вход подаем какой-нибудь специальный символ в духе начала предложения и смотрим, что она выдает на выходе. Да? Вот до этого многие люди занимались генерацией стилизованного контента следующим образом. Они собирали много похожих текстов в кучу, учили на них модель, получался у них какой-нибудь нейрошекспир, условно говоря, или... Ну и в основном, кстати, там были примеры, допустим, ребята пытались рэп генерировать на основании рэп-текстов, но вообще хорошие, удачные примеры до этого были в основном с шекспиризацией, ровно потому, что Шекспира много. И, значит, вот на текстах Шекспира можно обучить модельку, и она будет выдавать на выходе что-то похожее на Шекспира. Мы предложили следующее. Мы собрали большой корпус текстов для русского и английского языка. В общем, понятно, что это можно делать для любого другого языка, потому что идея, прямо скажем, не мудрящая. Давайте соберем большой корпус текстов, будем в явном виде передавать информацию об авторе как некоторую стилистическую переменную. Можем передавать какие-то еще стилистические переменные. И дальше, когда мы будем решать задачу генерации, мы будем решать ее обусловленно вот этой самой стилистической переменной. То есть мы надеемся, что когда мы будем строить языковую модель, вместо того, чтобы строить отдельно модель, которая стилизует под Шекспира, и отдельно модель, которая стилизует под Уайлда, давайте учить модель на всех данных, которые у нас есть, пусть там будет Шекспир, Уайлд, и вообще пусть цветут все цветы. А вот на этапе генерации мы будем обуславливать модель и говорить, давай генерируй похоже на Уайлда. Ну и, собственно, мы показали, что, во-первых, в терминах просто блё с целевыми текстами получается получше, то есть это сильно докидывает нам качество, если мы учимся на всем корпусе. Ну и более того, оно докидывает сильно больше качества, если мы валидируемся даже не на выбранном авторе, потому что с выбранным автором как раз модель четко на нем обученная, работает хорошо при условии, что у нас про него много данных есть. А вот если мы валидируемся вообще на предмет того, насколько качественно наша модель выучивает язык, то, естественно, оказывается, что когда мы учимся на большом корпусе и обуславливаемся тем или иным автором, качество в целом генерации у нас значительно выше, чем если мы учимся на одном фиксированном авторе, даже если он какой-то очень плодовитый, такой, как Шекспир. Да? Ну и дальше мы сделали следующее. Мы сделали достаточно простую процедуру генерации текстов, поэтических. Мы генерировали их построчно, эвристиками фильтровали на предмет наличия рифмы и ритма и собирали из них псевдослучайным образом четверостишие. Что значит псевдослучайным образом? Ну, у нас была некоторая ручная модерация, а именно, поскольку мы делали это LSTM-кой, то, естественно, периодически получалась какая-то ерунда.
Не в смысле по смыслу ерунда, а в смысле, что просто в явном виде были какие-то грамматические ошибки или два слова подряд. В общем, периодически LSTM-ки генерируют очевидную ошибку. И вот такие очевидные ошибки мы вычеркивали при процессе формирования наших четверостишей, потому что по ним бы человек сразу же определил, что этот текст генерирован машиной. Дальше мы вот такие четверостишья подобрали сгенерированные условно случайным образом и добавили к ним реальные четверостишья четырех авторов. Для английского мы взяли Шекспира, Льюиса Кэрролла, Боба Марли и британскую группу Мьюз. И стали показывать в разнобой четверостишье живых авторов или нейроавторов людям и предлагать пять вариантов ответа. Это написал Шекспир, Кэрролл, Марли, Мьюз или сделала нейросетка. Зачем мы предлагали пять вариантов ответов? Ну, мы хотели увидеть две вещи. Во-первых, мы хотели увидеть, замечают ли наши люди авторский стиль того автора, которого мы показываем, да, и, во-вторых, мы хотели убедиться, что наша нейросетка в этот стиль неплохо попадает. Ну и вот оказалось, что, к примеру, в случае с Льюисом Кэрроллом люди довольно плохо идентифицируют авторский стиль. То есть всего 20% респондентов живого Кэрролла угадывают, что он Кэрролл. Почти треть респондентов про живого Кэрролла говорит, что это модель, да. Для сравнения про Шекспира, живого Шекспира угадывает 46% респондентов, и 30% считают, что живой Шекспир — это модель. То есть вот Шекспир является хорошим модельным примером случая, когда наша модель хорошо попадает в стиль, потому что нейро Шекспира за Шекспира принимают 37% респондентов, а правильно идентифицируют модель 30%. Обычного Шекспира за Шекспира угадывают 46%, а думают на модель 30%. Да? В середине более-менее ничего не происходит. Забавно, что наш нейрошекспир люди немного считают похожим на Мьюз, но это незначительная какая-то операция. Вот. А вот Льюис Кэрролл — это как бы автор, в которого мы совсем не попадаем, потому что самого Льюиса Кэрролла люди узнают довольно редко. Что самое забавное — это то, что когда мы показывали людям сгенерированного Марли, то они его идентифицировали как Боба Марли чаще, чем, собственно, живого Боба Марли. То есть 47 против 40. Вот. Ну и, в общем, для русского языка у нас похожие результаты, только там мы, по-моему, во всех четырех авторов попадаем, по мнению людей, довольно неплохо. С Кэрроллом вот вышел прокол, но, с другой стороны, Кэрролл, он абсурдист, действительно сложный автор, да и математик еще вдобавок ко всему. В общем, неудивительно, что не все и не всегда получается идеально. Вот. Главная мысль, на самом деле, этого результата, она в том, что стиль авторский, по крайней мере, можно учить end-to-end, не используя какие-то искусственно сконструированные при помощи экспертного знания источники информации. Да, вот мы просто знаем, что этот автор написал вот это произведение, и если мы ставим своей задачей сделать искусственную нейронную сеть, которая бы генерировала стилистически похожие тексты, стилистически похожие как с точки зрения оценки формальных метрик, так и с точки зрения оценки людей. Про формальные метрики у нас в статье написано давно больше. У нас на тему генерации поэзии есть 3 статьи. В общем, сходите на Scholar, если интересно, почитайте. То оказывается, что это можно сделать end-to-end, то есть тексты, по крайней мере, поэтические, достаточно экспрессивные, чтобы, ничего не зная экспертно про то, что такое стилистика, модель воспроизводила вот то интуитивное чувство стиля, на которое мы ориентируемся, когда пытаемся угадать по тексту, кто его написал. Это само по себе было довольно обнадеживающей штукой, и когда мы этот результат получили, мы для себя решили, окей, этот результат является хорошим обоснованием вообще постановки такой задачи, как перенос стиля, потому что если ограничиваться переносом стиля только в терминах хорошо измеримых, ну, таких как стиль времени, о котором я говорил в начале, то применимость подобного рода решений довольно узкая, да, потому что про тексты у нас есть сравнительно мало метаинформации, которая хорошо обусловлена, хорошо размечена и так далее. А вот если мы говорим, что вообще-то просто строя систему end-to-end с достаточно большим объемом данных, мы можем выучивать какие-то более тонкие вещи,
а стилистика автора представляется мне довольно тонкой вещью, то тогда перенос стиля — это, конечно, значительно более важная прикладная задачка, которой можно всерьез заниматься. Ну и, собственно, мы ей занялись, и давайте теперь формализуем, что такое перенос стиля. Перенос стиля в общих чертах, я думаю, вы уже поняли, что это. Это когда мы на вход подаем текст с определенным смыслом, написанный в определенной стилистике. Под стилистикой мы понимаем некоторый набор атрибутов, которые могут быть измеримы или в явном, или в неявном виде. То есть они могут быть хорошо или плохо формализованы. Мы подаем такой текст на вход нашей системе, а на выходе получаем текст с аналогичной семантикой, но при этом с другим набором этих самых атрибутов. Часто такого рода задачу решают при помощи архитектуры автоэнкодера. Довольно много кто ее решает. В частности, вот схема, которую мы взяли за baseline, это схема группы из университета Карнеги Меллон, Who et al., 2017 год. Они сделали такой пакет для NLP, который называется TXR. И в нем они решали задачу переноса стиля при помощи следующей схемы. Они брали энкодер, который давал некоторое представление, латентное представление Z на выходе. Дальше к нему просто конкатенировали некоторое количество, дополнительный вектор стиля. И все вот это вот представление, конкатенированное руками заданный кусок стиля и то, что вышло на выходе у энкодера, запихивали в генератор или в декодер, и получали на выходе новый текст. Пример, да. I better go and ask another stupid question. Lol. Мы превращаем, к примеру, меняем невежливое на вежливое и получаем I would go and ask a trivial question. Да? Соответственно, у нас есть три основные переменные. Это одной текст X, это его стилистическая компонента и это его семантическая компонента. Мы предполагаем, что энкодер представляет семантическую компоненту X в виде какого-то хорошего вектора, с которым декодеру хорошо работать, а Y мы, грубо говоря, отрываем и представляем на его место что-нибудь другое. Да? И вот, собственно, первая работа. Мы вокруг этого бейзлайна написали две публикации. Одна из них вышла на MNLP в прошлом году, другая вышла на ВНГТ, это воркшоп при MNLP тоже прошлого года, я про нее чуть позже скажу. Ну, в общем, первая публикация называется Style Transfer for Text, Retrain, Report Errors, Compare with Rewrites. Написана она в соавторстве с моими коллегами из Яндекса, из берлинского офиса, Алексей Тихонов, Слава Шибаев, Саша Нагаев из Уральского федерального университета в Екатеринбурге и Айгуль Нугманова из ЦРТ, Центра чего-то технологий в Петербурге. Опять же, по QR-коду вы можете перейти на полный текст статьи. В общем, что мы сделали? Во-первых, поскольку есть довольно много людей, которые занимаются переносом стиля, мы решили собрать все их результаты в один красивый график. Значит, как люди оценивают качество переноса стиля? Ну, во-первых, они часто это делают на одном модельном датасете, который у нас вызывает много вопросов. У нас есть соответствующая тоже публикация, она называется What is wrong with style transfer for text? Что не так с переносом стиля? Можете на нее посмотреть. Суть в том, что люди меряют перенос стиля на задачи поверх, скажем так, датасета, который построен вокруг отзывов Yelp. Yelp — это такой сайт, который собирает отзывы на разные заведения. И вот есть такой датасет Yelp Reviews. И люди предлагают решать задачу переноса стиля на предмете переписывания положительных ревью Yelp'а на отрицательное ревью Yelp'а или наоборот. То есть смена сентимента очень часто в переносе стиля используется как задача, на которой люди сравниваются. И это, конечно, очень плохо, потому что любой нормальный человек считает, что сентимент — это смысл, а не стиль. Но, тем не менее, люди этим пользуются, вот так как делают, почему-то так меряются. Соответственно, мы взяли все статьи, которые Yelp репортили как свой результат, и положили их на две метрики, которые, опять же, люди репортят в контексте переноса стиля. Они репортят блё в терминах «вот мы сгенерировали текст на выходе», насколько он перекрывается с текстом на входе. Ну, опять же, эта метрика — это прям плохо, потому что мы знаем, что, естественно, язык устроен так, что два предложения могут обладать довольно высоким перекрытием пословно и при этом нести противоположный смысл. Да? Поэтому просто мерить
в лоб блё как некоторую метрику, которая оценивает сохранение семантики, это плохая идея, о чем мы в статье и пишем. И показываем, почему. Ну и вторую метрику, которую люди используют, это точность переноса стиля. Делается это при помощи такой идеи. Давайте возьмем... Идею предложили, по-моему, люди из Бар-Илан университета, если не ошибаюсь, я в Голдберг. Давайте возьмем внешний классификатор, который будет обучен просто на сентимент, и будем смотреть по нему, как наши тексты попадают в сентимент, который мы хотим или нет. Да? Ну, понятное дело, что поскольку люди пользуются Yelp'ом, то предобученных классификаторов сентимента с высоким качеством на английском языке завались. Но очевидно, что для каких-то менее тривиальных случаев, таких как, к примеру, вежливость или стиль времени, такое измерение качества тоже не самая лучшая идея, но тем не менее. Вот. И мы разложили, значит, по двум этим метрикам результаты за там, последние, условно говоря, 2 года крупных публикаций. Вот это вот результат бейзлайна. Это 3 результата ребят из Пекина, которые, в общем, дают более высокое качество красным обозначены. 3 разные модели ребят из Пекина с более высоким качеством по accuracy, чуть более высоким блё. Ну и есть довольно много еще результатов разного подхода к блё и accuracy на этом датасете. Ну и, собственно, дальше мы предложили некоторое количество архитектур. Первая архитектура отличалась от базовой бейзлайн архитектуры тем, что мы брали дополнительный дискриминатор, который смотрел, значит, на наше латентное представление Z и пытался по нему угадать стиль. И если справлялся, то это плохо. В чем идея? Ну, идея в том, что когда мы делаем вот такую декомпозицию, гипотеза, по крайней мере, в том, что если в Z у нас нет никакой информации о стилистике, то это упростит задачу декодера или задачу генератора в плане того, что производится на выходе. Да? То есть вот baseline who он делал следующее. Он брал энкодер, строил латентное представление, представлял к нему стиль, значит, генерировал текст, смотрел дискриминатором на этот текст и проверял, что, значит, текст попал в нужный стиль. И при помощи wake-sleep механизма, значит, учил эту историю. Мы добавили вот в одной архитектуре дополнительный дискриминатор, который смотрел не на то, что на выходе, а на латентное представление, и пытался как бы из него выдавить информацию о стиле. И архитектуру, которую мы, грубо говоря, назвали Shifted Autoencoder, идея была в том, что мы сглаженный выход подавали на вход в энкодер и в явном виде добавили в лосс расстояние между латентным представлением входа и латентным представлением выхода. Идея в том, что если у нас вход и выход — это один и тот же смысл, то и расстояние между ними должно быть ноль у их латентного представления, если энкодер работает корректно. Да? Это вот важный момент. Здесь я как бы сделаю короткую паузу, объясню еще раз. Да? Смотрите, мы хотим, чтобы у входа и выхода был один и тот же смысл и менялся только стиль. Если наш энкодер удачно справляется с задачей выделения смысла из текста и представления этого смысла в виде латентного представления Z, то тогда 2 латентных представления Z, которые получаются из представления входа, и Z с волной, которая получается из представления выхода, они должны быть очень близки друг к другу в нашем вот этом пространстве латентных представлений. Мы в явном виде расстояние между ними, косинусальное, просто добавляем в лосс нашей архитектуры. Ну и третья архитектура — это когда две эти вещи скомбинированы между собой. Значит, первое, что мы заметили, это мы заметили, что вообще-то шум играет в такого рода задачах большую роль, но оно и понятно, здесь есть некоторая состязательная часть. И вот здесь каждая точечка — это 12 эпох обучения соответствующей архитектуры с нуля. И вы видите, что ну, каждая архитектура шумит, причем шумит довольно прилично, там 3-4 процентных пункта по точности. Примерно столько же по блё, но есть архитектуры, которые лежат покучнее, а есть архитектуры, которые шумят сильнее. Ну, к примеру, кажется, что вот Shifted Autoencoder вместе с дискриминатором лежит довольно кучно, кучнее всех остальных. Ну и дальше мы, собственно, для тех, для кого смогли, пересчитали по 5 раз эксперименты на Yelp'е и показали 3 свои архитектуры вместе с стандартными отклонениями и показали архитектуры, соответственно, ребят из Пекина и архитектуры ребят из Карнеги-Меллона.
Вот, во-первых, сами расклады, расположение взаимное оказалось отличным от того, которое представлялось в этих статьях. Тут важно понимать, что в статьях люди почему-то не указывали стандартное отклонение. Соответственно, нам как бы сложно сказать, насколько это выбросы, то, что они показывают. Вот. Ну и во-вторых, дальше, когда мы это все посчитали, у нас возник вопрос. Ну хорошо, вот когда у нас нанесены такие стандартные отклонения на результаты, во-первых, оказывается, что от размерности нашего латентного представления и от размерности того, что мы отводим на вектор стиля, сильно зависит соотношение Blue и Accuracy. Да? Вот посмотрите, мы взяли три разные архитектуры, каждую обучили 5 или больше раз с нуля, по-моему, 6 раз с нуля. В одном случае мы сделали 100 мерным вектор латентного представления и 600 измерений зарезервировали под переменную стиля. Да? И это все легло вот сюда. То есть по accuracy получалось все довольно хорошо, по Blue проседает. С другой стороны, вот мы взяли архитектуру, где у нас 500 измерений зарезервировано под семантику и 200 под стиль, и это все легло вот сюда, да, в среднем, левее. То есть с accuracy стало хуже, зато Blue подросло. Да? Это первая мысль, которая важна. Вторая, то, что, как я говорил ранее, трейд-офф между двумя этими метриками не так очевиден, потому что обе они вообще-то не очень хороши. Но тут нам повезло, вот эти товарищи Ли et al. В 2018 году, они взяли и написали руками человеческие переформулировки к ELPу, ну и, соответственно, мы ими воспользовались и показали следующее, что, во-первых, если брать человеческие переформулировки к ELPу и просто считать Blue с тем, как люди переписали тексты, то все становится сильно лучше, и вот почему. Да? Вот мы взяли одну архитектуру, Shifted Autoencoder, и сделали с ней следующий довольно грязный трюк. Вот красная, синяя линия — это как бы грязный трюк, который мы сделали. Мы взяли 10% самых плохих по точности текстов среди тех, что генерирует наша архитектура, допустим, в баче. Вот мы получили 1000 предложений на вход, получили 1000 предложений на выход. Дело в том, что сторонний классификатор, которым мы проверяем качество этой архитектуры, вообще-то можно включить внутрь нашей черной коробочки, которая генерирует тексты. Правда ведь? Мы же можем сделать дополнительную проверку на качество перед тем, как, собственно, давать ответ пользователю. Ну вот давайте возьмем просто, измерим еще раз таким же внешним классификатором эту самую точность. И если по каким-то причинам, вот возьмем 10%, предложений, на которых мы не справились с переносом стиля, и заменим их какими-то другими предложениями из нашего бача, которые дают нам максимально высокий Blue с тем, что было на выходе, с тем, что было на входе, прошу прощения, и при этом дают правильную стилистику. Ну, то есть, грубо говоря, возьмем такую систему, которая будет дополнительно проверять внешним классификатором точность переформулировки, то есть вот она и получила ревью, там, пицца была мерзейшая, ей надо переделать его в хорошее. Она не поняла, что такое мерзейшее, потому что слово мерзейшее редкое, и она написала, пицца была потрясающе мерзейшая, да. И дальше так получилось, что классификатор сентимента, который обучен на большом корпусе текстов, он понял, что слово мерзейшее — это плохо, и говорит, это очень негативный текст. Дальше мы берем и просто заменяем этот текст на любой из известных нашей системе позитивных, у которого высокий Blue с нашим исходным предложением. То есть мы находим какой-нибудь текст, в котором есть слова «пицца была» и при этом позитивный сентимент, и берем его в качестве ответа. И вот оказывается, что если мы последовательно будем так делать с 10, 20, 30, 40, 50 и так далее процентами наших ошибок, то, во-первых, мы можем accuracy выкрутить в единицу, а во-вторых, в процессе у нас Blue даже будет сначала подрастать, потом, естественно, начнет падать, ну, потому что у нас появятся какие-то тексты, которые, в общем, скорее всего, сложно так вот взять и в лоб заменить на что-то с высоким Blue. Но проблема в том, что если внутри нашей системы есть вот такие подсистемы, которые пытаются две эти метрики накрутить, то сравниваться в лоб друг с другом нам очень сложно, потому что если наша система честная, и она находится вот тут, в левом нижнем углу, а кто-то взял и накрутил свой результат и оказался вот здесь, то он нас по обоим метрикам победил, а при этом его система вообще-то работает хуже, строго говоря. Соответственно, у нас возникла следующая мысль. У нас возникла мысль, что если мы проверим то же самое на такую же методологию сделаем, но будем сравниваться с текстами живых людей,
то ситуация окажется не такой критичной, по крайней мере, накрутка монотонна. Да? То есть, если мы зарепортили наше стандартное отклонение, то мы можем взять каждую точку, сказать, окей, если мы будем накручивать, то мы сможем максимум выкрутить себя вот до сюда, а если кто-то другой оказался выше нас по блео при той же точности, то он и после накрутки, скорее всего, окажется чуть выше нас по блео. Соответственно, вот основная идея здесь, она в том, что, ребята, метрики блео и accuracy не очень стабильны, особенно если вы меряете блео с текстом на входе, если у вас нету переписанных руками текстов для задачи переноса стиля. Ну и при этом мы как бы сделали некоторый бейзлайн, который лучше, чем то, что было до нас. Вот. Но мы на этом деле не остановились, потому что есть такая хорошая статья ребят с Фейсбука в 2018 году, Субарманьян со товарищи, сказали, вы все, кто занимается промежуточными представлениями для переноса стиля, делайте какую-то ерунду, потому что на самом деле надо просто это решать как машинный перевод без всяких этих ваших латентных представлений, они только все портят. И они предложили достаточно изящный метод, они взяли сторонний классификатор, говорят, вот давайте вы будете учить вашу систему переноса стиля, значит, вот вашу систему переноса стиля давайте учить. После того, как вы ее научите, давайте вот эти вектора будем давать на вход нашему классификатору, и пусть он по ним, вот эти вектора, которые Z, да, пусть он по ним будет учиться предсказывать стиль. И показали, что на тот момент там системы, которые утверждали, что они добиваются декомпозиции и исключают информацию о стиле из латентного представления, на самом деле ее не исключают, а маскируют. То есть внешний классификатор, глядя на этот вектор, через некоторое время может научиться выделять эту информацию о стиле, а значит, все эти латентные представления бессмысленны. Ну вот мы, соответственно, пошли и решили разобраться с этой задачей. И вот у нас есть вторая статья «Decomposing Textual Information for Style Transfer» с тоже Вячеславом Александром из Уральского федерального университета и с директором нашего института Юргеном Йостом. Ну и с Алексеем, естественно. Значит, мы, собственно, сделали следующее. Мы решили померить вот эту самую точность внешнего классификатора, опять же, проведя много экспериментов, и сравнить то, как она бьется с блео, только не с блео, с тем, что на входе, по сравнению с тем, что предлагает наша система, а между ответами нашей системы и живыми ответами живых людей. Ну и вот оказалась довольно интересная вещь. Действительно, системы, допустим, которые предлагали ребята из Карнеги Меллона или из Пекина, вот они отмечены желтыми треугольничками или синими квадратами, они все находятся, в общем, в правом нижнем углу. То есть внешний классификатор действительно легко довольно может выучить по латентному представлению, о каком стиле идет речь. Ну и вот пример визуализации такого рода представлений при помощи TSNE, он справа на этом слайде показан. То есть явно ситуация такова, что система четко разделяет позитивные и негативные отзывы, и классификатор легко может их выучить. Но что занятно, это то, что, во-первых, предложенные нами архитектуры на базе shifted автоэнкодера, они так, ну, делают это не так очевидно. То есть точность внешнего классификатора при прочих равных ниже. Но главное, что когда точность внешнего классификатора падает, есть некоторая тенденция к увеличению качества в терминах блео с текстами, написанными человеком. И это вообще обнадеживающий результат, потому что в статье 2018 года Субарманьян с товарищей говорит, ничего такого делать никогда не надо, потому что это вам не поможет. Ну, а мы показываем в нашей статье, что нет, вообще-то поможет, если делать это с умом. Ну и мы сейчас довольно плотно занимаемся оценкой качества этих представлений как раз в терминах там, общей информации между вектором латентного представления и вектором стиля. Но я про это сейчас подробно говорить не буду, потому что время у нас заканчивается. Напоследок я хочу еще одну статью рассказать. Это пока препринт. Мы еще, среди прочего, занимались вопросом того, как, собственно, мерить семантическую близость, потому что семантическая близость — это тоже такая штука, в которой черт ногу сломит. Мы взяли дюжину метрик семантической близости, может, даже больше, и на примере датасетов парафраза переноса стиля и просто датасетов, где у нас случайные пары предложений, попробовали оценить, какие метрики хорошо ранжируют эти датасеты, а какие плохо. У нас были минимальные гигиенические требования в том, что те датасеты, которые случайные, где пары предложений вообще ниоткуда взялись, просто два предложения, никак не связанных по смыслу, чтобы метрика ранжировала их внизу. Вот вы видите относительно ранжирования при помощи разных метрик. Ну и действительно,
все метрики более-менее справляются с этой минимальной гигиенической нормой, за исключением метрик, базирующихся на word-эмбеддингах, они с одним из датасетов прям сильно ошибаются. Но если чуть ближе на это дело посмотреть, то оказывается, что с тем, как люди оценивают семантическую близость, метрики коррелируют довольно плохо. Есть метрика, которая называется Word Mover Distance, и она коррелирует хорошо, и Meteor коррелирует неплохо. Но в целом, прям скажем, есть еще куда расти. А если посмотреть в терминах количества перестановок, когда мы берем разные датасеты и пытаемся их при помощи одной и той же метрики ранжировать, то становится еще очевиднее, что расти еще есть куда. Ну и, собственно, на этом, я думаю, я закончу, и мы перейдем к вашим вопросам. Спасибо большое за внимание. Да, спасибо за доклад, очень даже интересный. У нас есть пара вопросов, которые задали. Что из собой представляет один элемент кормуса? Один элемент корпуса Yelp – это один отзыв на то или иное заведение. Mm-hmm. Один элемент корпуса, допустим, GIAFC – это корпус вежливости. Это некоторое сообщение, это одно или несколько предложений. Если мы говорим про корпус поэзии, то для нас там один элемент корпуса – это законченное стихотворение. И еще тут вопрос от Анатолия. Пробовали генерацию аудио? Нет, не пробовали. А планируете, нет? Или это очень далеко? Ну, нам интересны в первую очередь тексты, поэтому мы пока не планируем, но мы пробовали генерацию музыки по нотам. Вот это мы пробовали, у нас есть две статьи по этому поводу тоже в Google Scholar, их можно найти. Это оба пока припринты. Один из них взят вот сейчас на международную конференцию по вычислительной креативности ICCC, а один мы как бы ждем, когда ревью пройдет. А, кстати, вот от себя вопрос хотел спросить. Вот у Яндекса там был, по-моему, какой-то сервис, который писал стихи по запросам. Это сервис Автопоэт, его делал как раз Леша Тихонов, мой соавтор. Ага, понятно. Он, собственно, до сих пор существует, автопоэт.яндекс.ру, туда можно сходить, и он собирает стихи из вопросов. Собственно, вот эти вот эвристики рифмы и ритма, частично это эвристики, написаны другими сотрудниками Яндекса, частично Лешей написаны, мы эти эвристики использовали для фильтрации текстов, сгенерированных сетью. Угу. Так, ну, вроде больше вопросов нету. Наверное, на этом будем заканчивать. Еще раз спасибо вам за доклад. Очень интересный был. Мы его сохраним и, в принципе, на этом заканчиваем. Всем спасибо. Спасибо большое. Зовите еще. До свидания.